это на большой скорости, и получается, они бахнулись. Каким образом? Это чуть обгоняло, либо этот крутанул чуть-чуть руль, но они столкнулись вот буквально чуть-чуть, и большой пошел взрыв. Задымилась машина, люди подскочили, говорят, мужики, говорят, боже мой, она же у вас загорится, вы сейчас все взорветесь, быстро отключайте аккумулятор. Начали вытаскивать людей, отключать машину, ну не побоялись, бросились, это очень оперативно. Ребята молодцы, молодые, посторонние люди.